Всем привет, друзья! Мы продолжаем проходить «Одни из нас». Мы остановились на том, что нашли каких-то друзей, да, местных чернокожих братьев. Или не братьев, или, я еще не знаю, кто-то. Это либо братья, либо отец с сыном. Третьего не дано. Подожди. Тут просто так все это стоит, как будто бы мне сюда можно залезть. Да, он тут тоже стоит. Это Генри, а это у мелкого Сэм. Хорошо, погнали дальше. Че? Ой, блядь! Тут типы, оказывается. И чё? Ну, я поздравляю их. Ну, молодец. Нахуй, что за бред, блядь? Друг, ты в порядке? Тебе пизда, нас четверо. Забавно. Все, пизда, кончились. Да на нахуй, блядь, чё я буду церемониться, что ли, гандон. Хорошо, погнали дальше. Все, опять нету пестики патронов. Сука. Сколько же мародеров здесь, это просто нечто. Их просто здесь миллион, как будто бы. Ключ только у меня. Извини, если обидел чем-то. Сейчас я похожу, пособираю что-нибудь, наверное, что-нибудь здесь валяется. Why not? Нам сюда. Да подожди ты. Это не опасно? Они ведь рядом. Я думаю, это не опасно. Ой, еще медальон. Откуда столько медальонов валяется цикадовских здесь? Особенно в туалете. Это здесь. Собачка какая-то. Сколько тебе лет? Мне 14. А тебе сколько, мальчик? А тебе сколько? Мне тоже. О, это такая нереальная. Ну, шип-шип-шип-шип. Шип-шип-шип. А, у меня 10 таблеток. Понятно. Я уже сейчас понадеялся, что что-нибудь здесь сделаю. Как же я ошибался. Нам сюда? Мы пришли. Ну подожди, подожди, подожди. Рано, рано, рано. Я еще не все осмотрел. Кстати, я записываю снова с автоматической моей настройкой, блядь, микрофона. Вроде как в прошлый раз было прикольно. Что это прокрутка? Да это вообще насрать. Мне не интересны эти записки, я уже об этом не раз говорил. Погнали, чё? Так, у меня винтовка заряжена, все заряжено, хорошо. Вот это мой кабинет. Нихуя себе устроился, красавчик. И давно вы тут отсиживаетесь? Пару дней. Кстати, у нас есть еда. Пошли. Нихуя. А мне можно еды тоже взять с собой? Черника. У нас ее тут полно. Не хочешь? Нет. Нет, нахуй надо нам мне это. Да расслабься ты, тут чисто. Почему вы еще здесь? Момента дожидаемся. Джоэл не доверяет, конечно, незнакомцам. Его можно понять. Вот. Смотри сам. Что такое? Блядь. Видишь этих тварей? Их тут еще, блядь, 30 тысяч нахуй человек. Целый день торчат внизу. Сторожат этот мост. Мост еще охраняется. Почти все идут баньки. После заката есть шанс удрать. Как стемнеет, мы прокрадемся. Попробуем. Будь спокоен. Мы все выберемся. Хотите знать мое мнение? Идея полная хуета. Постой. Ну, кстати, Элли завела себе друга. Мой пацан уже 1000 лет не улыбался. Круто. А ей все как с гуси вода. Потому что ей насрать. Она иммунна. Так куда вы идете? К заразе. Говорят, цикады сидят к западу отсюда. Они тоже к цикадам идут? А я тоже, кстати, к ним иду. Что смешного? Ничего, просто в последнее время многие делают ставку на цикад. Да, и может быть неспроста. Значит, ты не знаешь точно, где они, и все-таки тащишь его через всю страну. Знаешь что? С братом я сам разберусь. С братом. Все-таки это братья. Девчонкой. Ты что, мне угрожаешь, блядь? Выдохни. Мы с ней тоже ищем цикад. Блин, тор грязный, что-то, блядь, какой-то. Может, пойдем? А, мы же сейчас должны ждать. Мы здесь. Ага. А это заброшенная радиовышка на окраине города. Если кто из наших выжил, они будут ждать там, завтра. Услышал. Если вы хотите с нами, идем сегодня ночью.
Тогда нам лучше отдохнуть. Ну погнали, все, вопросов ноль. Сейчас опять начнется, вот выйдем, что-то начнется, вот какая-то суета вот эта вот с бандитами опять этими. Что такое? Все, пора? Он говорит, нам пора. А ты меньше его слушай, слушай меня. Ты, блин. Идти придется очень быстро. Мелочь. Твое дело вцепиться в меня, как клещ. Да, и укусить, и чтоб ты сдох. Ну что, вы готовы? Yes, sir. Пошли. Ты что командуешь мной, блядь? Должно быть наоборот, я должен тобой командовать. Так, а тут нет ничего, дверь закрыта. Кого? Тройничок? Расслабься, старик. Надеюсь, ты знаешь дорогу. А тут здесь есть что-нибудь? Макет моего моста. О, детальки. Детальки, это полезно. Детальки нам нужны. Сюда. Мне бы, конечно, патрончики. Вот, патрончики мне необходимы. Ну, кстати, Элли иногда меня снабжает, конечно, патронами. Подожди. Закрыто. Вот, типа, для дробовика у меня вот все эти патроны для дробаша. Это мне Элли принесла. Поэтому я думаю, что в самые сложные периоды прохождения она мне будет помогать. Ну а почему бы и нет? Тихо, на шифте, да, надо идти сейчас? Либо чё? Кстати, не стоит забывать о том, что тут еще машина. Та самая, да, сохранилась. Ах, ванкин ты. Так, давайте разберемся с ними по-тихому. Тут только два типа. Я пойду за тобой. Ладно. Ты как там? Ну давай, я лево, ты право, наверное. Пристрелили нескольких зараженных, а туристы как провалили. Да мы не туристы, блять, мы киллеры. Это еще ножом типа убивает. Ну Джоэл более хладнокровен, он, блять, душит их, просто ломает им шеи. Тут нет ничего? Вроде нету. А куда идти-то? Блин, мне бы на самом деле аптеку бы юзануть. Это выстрелы? Херово. А, тут еще прожектор светит. Эй, слышь, щелкун! Слышу, только не вижу! Это я, что ли, щелкун? Сука, у меня... И началась, кошка пришла, пиздец. Бля, подожди. Тут, тип, сверху, снизу никого, да? Где? Сейчас, секундочку. Бля, такая редкость, на самом деле, взять и записать ролик и ни разу его там не обрезать нигде, ничего не отойти от компьютера. Ой, блядь. А там реально щелкуны, смотри. А он не может попасть по нему. Там щелкун реально. Вот он идиот. И что, мне сносить ему, не, ебальник, либо нет? У меня винтовка с прицелами имеется, если что. Мне кажется, нужно, ну, типа, прорываться с боем. Видишь, там человек. Ну, вижу. И что? Блядь. Подожди. Щелкуна я не вижу больше сзади. Ну, я не думаю, что тут надо по стелсу, но мы не можем пройти здесь, типа, ну... Может быть, генератор можно отрубить? Пизда, нахуй сюда пришел. Ха? А нахуя я здесь? Ха? Может, выключить генератор им надо? Давай я вот этого уебу сейчас. По идее... Этот бегает, блядь, не попадись нахуй. Я им сейчас генератор выключу, они, короче, не поймут, что вообще произошло. Вот это я придумал сейчас, заебись, да? Давай. Глуши, блядь. Заметили? Да и нормально все. Сука. Нормально, живем.
Бля, ебанёс тут на самом деле. На, в коленку. Чмо. Найс, убиваешь кента, бля, идиот. Хорошо. ХПХа. Все? Блин, ну план был хорошим, но объективно. План реально был хорошим, но чуть-чуть не повезло. Где он? А, вон он. Давай, 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 давай. Блять, сучара ебаная. Хорошо, все. Патронов нету, как обычно, пистолета. Генри, помоги ко мне. Не, мне кажется, есть. Блять. Я думаю, есть люди, которые полностью прошли игру без единого выстрела здесь почему-то. Мне кажется, это 100% есть такие люди. Не может быть такого. Стой, стой, стой! Эй, они здесь! Твою мать! Ну вот. Пизда. А, хорош. Найс, выстрел. Ну, пошли. Чё? А, ну давайте. И наверное, я буду последним, да, кто залезет? Очевидно. Очевидно плюс очевидно. Джоэл весь в крови, блядь. Сейчас сзади нас дожмёт эта тачка с пулеметом. Все чисто. Степ, давай. Бля, они сейчас проломят ворота. Пиздец. Быстро, быстро. И сейчас Джоэл останется один на один с этой тачкой. А. Все просто, лестница просто сломается. Угу. Не скрипты. Теперь тащим его. Давайте. Извини. А, охуенно. Мы уходим. СПС. Ну? Генри, я ебал твою мать. Заебись. Не, реально классно. Элли, бля, респект. Спасибо. Вот это реально респект, Элли. А, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Они уже здесь заехали сюда. Сука, пизда мне. Стреляй. Не стрелял по мне, лол. И чё, всё? ГГ, ВП. Вот суки, блядь, два негритоса, блядь, нас это... Но Генри плохой. Вот Сэм, он сказал, типа, в смысле? Ему вообще претензий ноль. Ой, блядь. Нас спалили. Но у меня слишком мало, конечно, патронов. Мне бы для пистолета что-нибудь. Ладно, давай. Этого мы так забабахаем. Хорошо. Бля, Элли, ты нормально стреляет, да? Ой, блядь, промазал нахуй. В спешке. Минус? Нет, не минус. Там три человека еще. У меня даже молика нету. Охуеть. Охуеть. СПС? СПС? Патрончики? Один патрон. Новое оружие? В смысле новое оружие, блядь? Это старое оружие. Все? Посмотрим, что можно взять. Посмотрим. Все видели? Я видел. Я видел, Элли. Красиво. Nice shot. Я? Зачем ты так про меня? И как назло, здесь ничего нету. От слова совсем. Факты, факты. Да. Окей. Не, просто сейчас там машина нас прижмет и все, а у нас, ну, у меня, ладно, у меня ничего нету. Ну, пошли, попробуем. Давай ползком. Побежали, что, надо бежать. Бежим, похуй, просто бежим. Блять. Давай, блять, бежим, нахуй. Кстати, вот тебе и мост. Но они косые, бля, они не попадают. А, извиняюсь, ошибся. Ой-ой-ой. Бля, почему они такие злые на нас? Это же жесть. Что мы им сделали плохого? Вам кто-то делал, что ничего? Бля, и мост... А моста-то и нету. Нас же убьют. Что ты предлагаешь? Прыгнуть. Слишком ты не умеешь плавать, ты чё? Я тебя подсажу, удерёшь. Пиздец нам. Черт. Поможешь мне плыть? Элли.
спорить некогда. Правильно, оно правильно, молодец. Когда жизнь висит на волоске, надо действовать. Но когда ты плавать не умеешь, эта идея хуевая. Блять. Головой об камень уебаться, затылком. Это очень больно. А. Генри, он очнулся. Привет. Пидорасы вы. Мы живы. Вставай. Ну, что я вам говорил? Да пошел ты. Все целы. Это Сэм вас заметил. Сэм сейчас уебет его. Ты охренел, что ли? Генри, слушай. Спокойно, Сэм, ничего он мне не сделал. Ты в этом уверен? Стой! Джоэл! Что? Он начал нас подыхать. Нет, я был уверен, что вы выберетесь. Интересно, такой вам, аргумент. Я бы рисковал им. Не подходи. Типа, я был уверен, что вы выберетесь, типа. Разве ты бы на моем месте вернулся? Я спас вас. Нет, ты нас не спас. Нет, в смысле. Мы бы утонули. Да ну. Да все нормально, не парься. Я считаю, это хуйня полная. Тип бросил нас умирать. Не поверишь, я рад, что мы нашли вас. Радиовышка за тем утесом. Слышь, там будет полно еды. Порадуйся, что не убил. Я бы тебя ёбнул, если честно. Кстати, бой город разрушен, да? Мы оттуда? Нихуя. Нормально. Пошли искать радиовышку. Там корабль какой-то. Пойдем, залутаемся в нем. Не, это полный пиздец на самом деле. Зачем? Вон там корабль. Может, заглянем? Тип бросил нас умирать. Аргумент, вот эти аргументы о том, что я верил в вас, то, что вы выберетесь, либо я вас спас, вы бы утонули. Да иди ты нахуй, блядь, чел. Я был без сознания, я не знаю, что это правда, либо нет. Я был без сознания. Я не знаю, верить тебе, либо нет. Такая странная эта хуйня тоже, блядь, ну. По факту ты крыса. Элли, о, комиксы. Нашел. Записка о корабле. Что? Подожди. Нет, нечего делать. А если бы он еще на воде был? Опа. А тут есть что-нибудь? То есть тут ничего нету, да? Бесполезный корабль. Но ради комикса СПС. Было приятно. Вот мне бы для пистолета бы патроны, не знаю, просто вообще ничего нету. Было бы приятно. Залутать какие-нибудь там. Лодка. Ой, подожди, оружие можно сменить. А, ну это палка, нахуй она мне нужна. Тут не пройдешь. Да, придется разворачиваться. Я уж думала, ты его пристрелишь. Я тоже хотел его пристрелить, конечно. Надо было это сделать. Нормальные ребята. Даже хорошо, что они идут с нами. Да, ты права. Но мое мнение разделяется с мнением Элли. Элли, мы тут кое-что нашли. Посмотрим, что там. А я тут, блядь, не с вами, что ли? Элли, Элли, а я Джоэл, привет. Наверняка сквозной туннель. Давай откроем. Ага, вместе. Давай вместе. Чё, зажимать? А, опять треугольник. Вот тоже я не очень люблю такие, блядь, туннели, блядь. Ну чё, давай, ты первый, да, иди? А я первый иду. Закрывай, Джоэл, оставляй его здесь. Теперь ты... Да закрывай, я бы не стал с ним вообще сотрудничать. Идти куда-то, выживать с ним. Нет. Сэм, не отходи. Знаю. Наконец-то усвоил. А чё, а тут патроны-то будут валяться где-нибудь? Наверняка это чё-то убежище, потому что, ну, не может быть такая локация, на самом деле, безопасная для меня. Нельзя залезть? Куда? Можно. И чё здесь? А тут нихуя и нету. О, ну да, безопасная локация, да, согласен. Не знаю. Хотя в канализации жить, при зомби-апокалипсисе, ну... Джоэл,
что там? Хуйня, короче, идея, это жить здесь. Я бы не стал. Я уже говорил, я бы нашел бы какую-нибудь ферму. И жил бы на ферме. О. Секунду. Решетка. А, наверное, он на нее не откроется, и она пролезет здесь. Да. Инфосотка. Пролезешь? Оторви решетку, я заползу и открою дверь. Вот это совпадение. Решетка, которая ведет именно туда. Какой я? Ну да, я здоровый. Но я не крыса. А там что-нибудь интересное имеется там вообще? Ну, наверняка. Может быть, для вот этого, либо для вот этого. Я был бы не против. Откроешь? СПС. Вуаля. Спасибо, спасибо, да, спасибо, я благодарен. Смотрим. Таблетосы. Ага. Думаешь, они с нами дойдут до Торы? Ого. Записка канализацией. Как говорится, поживем. Как это Иш? Ну мне похуй на Иш, если честно. От слова совсем. Не, наверняка в записках определенных какая-то история рассказывается. Это 100%. Я не спорю, просто мне не особо это интересно. Ребят, похоже, здесь можно пройти. Где здесь? Конечно, вижу. А внизу есть что-нибудь? Нету. Да пошли. Это что такое, тараканы? Мерзость, блядь, тараканы. Ужас. Там генератор, что ли? Ой, блядь. Ну, какие-то головоломки сейчас давайте разгадывать. Это что? Вентиль какой-то. Левый стик. Че, не идет. Он тоже плавать не умеет? Ну, Джоэл, как будем переправляться? Сейчас придумаем. Ну, короче, давай. Сейчас что-нибудь сделаем. Подожди, а почему она... Это не работает он. Тут, подожди, что-то мешает здесь, да? Какая-то херня металлическая мешает. Ага, мы вытаскиваем. Генри, попробуй. А там наверняка что-нибудь есть ценненькое, да? Ага. Давай. Я поплыл. Угу. И чё здесь? Тут же нет нихуя, наверное. Хотя подожди, сейчас. Проход имеется. Глядите в оба. Дверь. Блять, я бы не хотел в неё заходить. Блять, ну начинается нахуй. А, черт. Еще один здесь, блять. Ну мы его вот такого гандошим. Чтобы не тратить все патроны для дробовика. И что, здесь есть что-нибудь интересненькое? Опять записка. Это все от этой Иш? Да. Ищет, походу, мальчик. Потому что там было, я бы сойтил. Еще 25 этих. Приятно, слушай. На самом деле, мы можем неплохо так заобыгратиться, когда найдем верстак. Чё? Да, живой. И не отвечает ему, смотри. Хорош, Джоэл. Они сейчас там пересрутся, нахуй. Ответим, что с тобой все в порядке. Подожди, тут есть что-нибудь? Просто наверняка я тут... А, говно плюс говно. Ладно, let's go дальше. И поплыли, поплыли. А, ну это наша схема вот этих вот школьников, да, на этой херни перевозить. Да, плот. Лайфхак. Давай, Эли. Ух ты, неплохо придумано. Че, типа по одному будем? Бля, вот не, я не очень люблю с этим плотом возиться, потому что тут очень медленно анимация проходит. И чё? Смотри, жив ли ещё генератор?
А генератор что нам даст вообще? Умеешь заводить? Умеет. А, них. А я? Подожди, подожди, а меня? Вы чё, блядь, а я? Обалдеть. Неужто получилось? Ребята, не желаете? А может быть... А как-нибудь... Руку подадите мне, наверное, да? Да. Интересно, я мог успеть, типа, залезть к ним? Идём. Да иди ты нахуй, блядь. Да. Мы с Джоэлом против. Конечно, мой-то да. Особенно ты, Элли, вообще профессионалка. А если я еще раз упаду? Они будут меня еще раз вытаскивать? Мне кажется, нет. Почему-то. И еще инструмент, это этот. Третий уровень. Что же это такое? Неплохо. Возможно. Мы правда туда пойдем? Выборы. Ебать, тут кто-то живет. Тут есть жить, блять, ловушка. Звуковая ловушка. Что? Ай. Я ничего не слышу. Раньше здесь кто-то жил. Ну тут щелкуны, мне кажется, будут сейчас раз. Да, да. Как тут можно жить? Нормально. Если это что такое? Это мини-дробовик? Охуеть. Коротыш. Это вместо пистолета. Это дробовик. Мини. Ебать. О, и этот. Мина улучшенная. Радиус поражения увеличивается 1.5 раза. Это мины. Элли, не... Эй, успокойтесь. Эй, Сэм, встань как на воротах. Лады. А, лады. Готов? Подожди, а нет верстака здесь? Ты так и будешь стоять? Да, извини. Генри, ты видел? Давай-ка потише. Чё такие душные? Дайте поиграть в футбик-то. Все, наигрались. Можно идти дальше. Спасибо. Пойдем, тут проход был где-то. Подожди, где? А, ну вот он, да. Тараканы опять. Это мы что, у меня в комнате? Шутка. Тихо. Блядь, только не зараженные. Так припасов нету. Всю игру сижу, блядь. Давай, давай. Угу. Щелкун в конце. Ну чё, кто будет его убивать? А? Давайте. Ну чё, из этого? Или из этого? Из винтовки бахну. Фух. Да, теперь догадываюсь, что с ними произошло. Думаешь? Они давно отсюда ушли. Надо идти вперед. Тут должен быть верстак где-нибудь. Но такая местность. Это Иш, наверное, сама или кто это? Или это он, да? Иш. Записка о дождевых баках. Ну, да, наверное, это он и есть. Помер в итоге он. Хотя не факт, то что тут еще один труп лежит. Погнали, пацаны и девчонки. Не, ну если тут настроить систему безопасности, я думаю, тут с кайфом можно жить. И тут кто-то жил же, с детьми даже. Записка еще одна от Кайла. Кошмар. Видимо, там что-то важное, душераздирающее было, но мне похуй. Еще детали, кстати, много насыпают мне. Я вот удивлен, потому что на высоком мне казалось, что деталей тоже, ну, не будет практически вообще за всю игру. Ну ладно. А, это не развилка, нет? О, еще что-то лежит. Water. Смотри, может это выход? Это? Может быть. Высоко. Не подсадишь. А, вот тут, сверху. Поищем другой способ залезть. Подожди, тут есть дверь какая-то.
А там что-то лежит, там припасы, там детальки. Блять, ну ёбаный в рот. Ой, блять. Ага. Вот кто это придумал? Это я. Чья это идея? Генри, помоги поднять. Я еще с этим пиздюком, блядь, сейчас буду. Да. Жутковато. Ой, блядь, начинается вот это вот сейчас с каким-то этим отпрыском, блядь. Она не поддается. Скорее, ну все, прощай тогда. Сэм. Мы больше не увидимся. Генри, сваливаем к чертям. Береги его! Ну! Блядь, там щелк... Откуда они? Там же закрыто было все. Откуда они взялись? Там же все закрыто. Они пошли вот здесь с угла справа, где вот... Там же тупик. Там же вон нет ничего. Все будет хорошо. Да, да, я... Бред ебаный, ну это бред, серьезно. Малыш, давай попробуем поискать выход, хорошо? Да, и тут у нас равно, а сейчас они будут здесь, подожди. Ладно. Не, ну а вот это надо сделать. Скорость лечения, нахуй она надо мне. Ты их видел? Подожди. Держись сзади. Надеюсь, тут только щелкуны будут, надеюсь. Потому что если будут бегуны, вот они мне всю малину сейчас испортят здесь, потому что... Это что-то было? Да, ножницы. Ай-яй-яй-яй-яй. Убили бебру. Убили того самого. Угу, ты еще не умер. Пизда мне. Так они еще не умирают, лол, блядь. Ой, блядь, я в пизду, все, да, пока Генри. Я не справлюсь, помоги. Блядь, ну... Сука, я не справлюсь, блядь, бесполезность, ебаная нахуй у меня в помощниках. Зато я знаю, что теперь здесь не только щелкуны. Блядь, что-то коротыш вообще как-то меня не очень впечатляет. Давай пообщаемся, хуесос. С две тычки, да? Две тычки надо дать ему. Подожди. Хорошо. Тебя сейчас так добью нахуй. Ага. Давай, подойди ко мне, сука. Я еще там кого-то слышал слева. Ага, давай, блядь. На нахуй, шлюха ебаная. Моя меч возразит решила, блядь. Еще я слышу. Бля, еще двое. Или трое. Ебать. Идите нахуй. Это щелкун, нет? Нет. Или да? Чё-то иногда очень сложно не различить их. Сука, иди нахуй. Дайте аптечку взять. Это кирпичи кидает, идиот, блядь. Спасибо. Аутист. Ну хотя патроны насыпают для этого коротыша. Давайте, идите сюда. Давай нахуй. Нюхай хуй. Чё вы? Атакуете меня, долбоёбы? Ха, какие-то не идиоты, если честно, блядь. Да я тебя не боюсь, блядь. Вы реально какие-то эти, блядь, броуки. Ладно, извини. Там еще духа, кстати, оставалось, поэтому расслабляться не стоит. Или один последний остался. Где ты, долбоеб? Делись со мной. Хорошо, нахуй, блядь. Мы живы. Все. Пошли дальше. Ты цел? Да. Пиздец, за ситуация, конечно, интересная получилась у нас. Ой, не хотите меня обеспечить верстаком? Потому что мне кажется, у меня накопилось много деталей уже. А верстака что-то нету. Не хотят мне подкинуть верстачочек.
Хотя очень много дверей из этих помещений, может быть. Мне похуй, если честно. Любишь там, не любишь. О, нихуя. Дубина с этим. С гвоздями, так скажем. Полезно, полезно. Справа чисто. Здорово. Не, тут вроде безопасно, но как-то нет. Что-то мне не нравится. Неуютна здесь атмосфера. Ну вообще мимо. Что-то не то. Детский рисунок. Ух ты, смотрите. Дэнни, Иш. Чё? Да, охуеть. Я сам не знаю, сам. Потому что... Они заслужили лучшую долю. Потому что, блядь, что это за тупые вопросы, нахуй? Ну давай, блядь, щенок. Вот такая салага, если честно, это просто ужас. Он такой бесполезный. Он кирпичи в стену кидает, о чем, блядь? Вот так. Молодчина. Молодчина, иди нахуй. О, Элли. Скорей. Чё, вниз? Ой, блядь, только не анимация. Сейчас начнется же. Привет, ребята. Ой, блядь, ну вы что, ебанулись? Похуй, бежим. Да может быть отобьемся? Да там их... Да их мало там. Давай, там, это... Ну там же труба, пацаны, ну вы что, идиоты? Ну идиот, блядь. Спасает нас. Кстати, мне как-то можно руку менять. Как-то вроде как на левой, помню, может переключаться. Во, R1. Прикольная тема. Типа я профессионал. Ой, блядь. Нам сюда? Ну да. Чё-то лежит 100% здесь. Чё-то лежит. А, хуй во рту у меня лежит, блядь. Разработчиков, которые вообще похуй на меня. Биты на всех случаях тут дают. Там уже это светло. С кайфом. Сади меня, я пролезу через окно. Ага, и сейчас нам надо тут оборону, да, держать. Попробуй ее открыть. Только быстро. Но у меня хоть какие-то патроны. Имейте, давай, короче, кинем. Это же мина. А как же ты? Это же как мина работает. Давай. Поэтому чё мы, как лохи. Кинем. Типа, если наступает, то взрывается. Готовьтесь! Наверное, отсюда пойдут они. О, на нахуй, хорошо. Подожди, подожди, блядь. Видал, что могу? Давай сам как-нибудь там решай вопросы с ними. Мне патроны жалко. Хорошо. Блять, там еще... Ладно, похуй. Блять, давай щелкуна нахуй! Блять, ну... Ну что за блядятина-то, блять? Почему он, сука, не регистрирует меня, от... когда я пытаюсь отойти? Готовьтесь! Черт. Начинается. Ладно, похуй, сейчас взорвется, я еще раз кину. Чтоб не продублировался. И еще разок. Хорошо. Хорошо. Этого щелкуна сейчас завалим. Вот так вот. Помоги! Ну, бля, какой помоги, нахуй? Там щелкун просто. Я хочу вот так вот пиздануть. А это вот так вот. Ага. Блять, на нахуй. У меня есть бита бейсбольная. Сука, 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 сука. Запинали, запинали, хуесосы. Уходим, похуй, уходим, 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 уходим. Быстрей. Ну давай. Открыть дверь, не, уйти не дают. Фух. Все живы, надеюсь. Без происшествий. Воздух.
Че? Смотрите. Вы... Внимание, вот эти зараженные, не открывать. Очень вовремя, ребята. И где башня? Мы рядом. Все. Пиздишь, да? Сука, я опять пустой, считай. Ничего у меня нету сейчас. Я могу залезть наверх? Эй. Не могу. Мелкий, ты в порядке? Я, что ли? Чуть не подохли, а? Да, не самый прикольный момент жизни. О! Нихуя себе, я удачно залез. Ох, еще тут эта огромная локация. Ты просто посмотри на это. Эй, смотрите! Вон башня. Вот, а я что говорил? Мне кажется, сейчас столько всего будет интересного в этих домах, потому что я думаю, что можно зайти я во многие из них, не? Нормально, привыкла уж. Можно. Хай бы они были пустыми, но типа без всяких этих, я имею в виду, гондонов. Я горжусь тобой, отгорюсь, не переживай. Ты молодец. Ты сильнее всех нас. Вам ведь тяжело пришлось. Я подвал. О, да. Вы чё, ты боялись нахуй сели? А как вы познакомились? Я была на вписке. Давай, рассказывай все ему, давай, давай, ведь. Скажи еще, что ты иммунна там, давай. Все расскажи. Джоэл занят. Нахуй там пиздите без меня. Записка о грабителях. Понятно. Идея оказалась не из лучших. Аптечка появилась из ниоткуда у меня сейчас. С кайфом. Интересно, как тут было до эпидемии? В смысле, как? Не могу. Ну, тут был дом. Как и сейчас. Просто в нем жили люди, и все. А, подвал соединен с улицей, понял. Окей, окей, окей. Ну, я по максимуму пытаюсь, конечно, лутать дома, потому что... Ой, там верстака видел, да? Этот дом закрыт. Там верстак, он лежит, вон, вроде как, в подвале. Ну, точнее, в гараже. О, собачки. Где? Им лучше не подходить. Это тебе не карантинная зона, а не одичание. Где собаки? А, вон они. Да ладно, мясо же, можно похавать, вкусненько. Так, верстачок. Тут нету ничего. Ладно. Начнем. Посмотрим. У меня 235 деталей у меня. Ебанешься. И, сука, еще я два вида оружия не открыл. За мной не видно, вот. Ладно, не суть. Ну что будем улучшать? Из чего я стреляю хорошо очень? Из дробовика, наверное, или из винтовки? Но винтовка полезная, на самом деле. Дальность... Увеличение дистанции, поражение оружия, давай. Ой, это дробовик, подожди, дробовик, нет, нам нужна винтовка. У нее тут бронебойность, пули из оружия пробивает броню. И скорострельность. А тут уже четвертый уровень нужен, да, для некоторых? Давай пистолет тогда обычно будем улучшать. Вот самый дефолтный пистолет, я думаю, до конца можно его улучшить сейчас? Ну, по максимуму. Потому что, ну, вдруг я буду сейчас патроны на него собирать в основном. Ой. Подожди. Еще 40 деталей. Во. Целёхенький пистолет у меня появляется. Ну еще 60 деталей. Давай дробовичок. За 30-ку скорость перезарядки. Ну и емкость, наверное, магазина. Во. То, что надо. То, что надо. В итоге патронов у меня нихуя нету все равно. Подожди. Скорость лечения. Давай скорость лечения сделаем. Чтобы тоже, опять же, в суете, если будет какой-то кипиш, можно будет легко вот так вот восстановить здоровье. Что это? Если я к ним подойду, подожди. Для мороженого. Для мороженого? Тут просто дом есть? Да, мне про них рассказывали. А, они просто убегут. Прямо из машины продавали мороженое. Что? Из машины мороженое продавали? Что? Серьезно? Опять Джоэл все разговоры скипит, потому что я тороплюсь. Классика. Тут дартс. Подожди, давай пообщаемся. Сука, не успел. Тут можно в дартс поиграть, не? Будем геймить? Кто еще хочет есть? Я хочу есть. Я. Нет. Головка от хуя. Ладно. Подожди, а у меня для револьвера нет, да, ничего? Пустой.
Ты что, реально играть хочешь? Элли, мы торопимся, мы идем как бы к вышке. Убить бы тебя нахуй, блядь. Заебала ты меня. Погнали, на второй этаж. Можно пройти, можно пройти. Подожди, на кухне еще что-нибудь? Еще детали. Ты, бля, деталь просто сыпет, пиздец. Очень много деталей мне дают. Конечно, спасибо разработчикам, да, но... Верстаки не так часто встречаются, конечно. О, комикс. Элли, я вроде нашел твои любимые комиксы. Там говорится... Дикие звезды, носитель информации. Серьезно, комиксы? Комикс же, хуйня же комиксы, не? Хотя я раньше любил комиксы. Ой, тут сейф. А можешь загуглить комбинацию от сейфа? Кстати, как вариант, подожди. Таруса, у меня записка есть какая-то. Не? Нет, записка. Просто зная какой-то этот. И что вот он взял? Ой, поймешь. О, стрела, ничего себе. Внезапно стрела накатили мне. Наверняка что-то там лежит, вот наверняка, но я же... Ау, а. Блять, ты умный просто, блять. Видимо, я нашел где-то. Ну ладно. Вопросов ноль, сейф залутал. На этом спасибо. Вы серьезно, Дартс? Осторожней. Осторожней, блять. Что за эта хуйня? Сэму ничего нельзя сделать, просто ничего. Его вечный, его брательник будет, блять, ну... контролировать. Осторожно, это не то, это не так ты делаешь. Ух ты! А, если я встану. А, нельзя встать. Просто повезло. Иди отсюда, задавака. Вот так. Тьфу. Ужасно. А можно я кину? Ничья. Не-не, ты вчистую проиграла. Давайте я покажу мастер-класс. Я проиграла, это же явная ничья. Ага, ладно. Смотрите, учитесь, блядь. Смотри, Джоэл показывает. Показывай один раз. На этом я закончу сегодняшнюю серию. В общем, друзья, всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, комментарии, пишите. Мне похуй, хотя на это, но все равно. Всем спасибо. Всем до свидания.